Поздравить город и его жителей можно онлайн-активностями. На фестивале «Весь город онлайн» хабаровчане делятся лучшим, что умеют делать. Под хэштегами «Весь город онлайн» и «Весь Хабаровск онлайн» сейчас 1200 публикаций. Там можно учиться программировать, освоить техники рисования, посмотреть спектакль, посетить фитнес-тренировку. Насколько экспертны все эти участники, выясняла Яна Коробицына. Создавать реалистичное пространство в компьютерных играх учит преподаватель ТОГУ Вячеслав Насыров. Навык полезный. Сделать виртуальный уровень в игре на рынке стоит 50 тысяч рублей. В этом мире действуют законы физики, и вы сейчас не сможете представить ни одну настоящую игру, в которой не будет выполняться законы физики. Угол падения будет равен углу отражения, иначе это будет смотреться неправильно. Увидимся. На самом деле сейчас программирование учиться достаточно легко, нужно иметь базовые знания по программированию, то есть понимать, что такое алгоритмы, как вообще строится программа. Ну, а сам движок Unreal 4 устроен так, что его может освоить школьник. Чтобы его работа стала доступна всему городу, к видеомастер-классу преподаватель поставил хэштеги и таким образом присоединился к городскому фестивалю «Весь город онлайн». К нему подключились и остальные факультеты ТОГУ. В режиме прямых эфиров в Инстаграме они записывали научные лекции, уроки по живописи, лепки из глины и шитью. Почему на ткани рисуют в основном акрилом? Ну, я рисую в основном акрилом, потому что это довольно-таки плотная краска, не привередливая. Когда я только начинала, я помню, у меня там кофты мамины все разрисованы были, испорчены. Я старалась писать так, чтобы было понятно человеку, который особо не крутится, так сказать, в моей сфере. То есть перевести картинку может каждый. Мне достаточно было показать саму технику. Другие участники фестиваля свои видеоуроки снимают сейчас. Фитнес-клуб World Class все это время продолжал работать в режиме ежедневных онлайн-тренировок. Друзья, всем привет! Итак, мы снова в эфире. Тренировка бойцов, и если вы готовы, то мы начинаем. Галина Усачева проводит тренировки и силовые, и на растяжку, но сейчас только те, для которых нужно исключительно собственное тело. Чтобы зрителям было удобно, даже переоборудовали зал, поменяли свет и собрали заново звуковую систему. Для меня это прям целое открытие, да, что у людей, которые никогда не имели возможность ходить в World Class, это могут быть разные, да, причины, там, финансовые, территориальные и так далее, сейчас, благодаря онлайн-проектам всех клубов по всей России, ты можешь не только выбирать себе клуб, ты можешь выбрать себе тренера. У тебя никогда не было возможности там тренироваться с каким-то тренером, и ты подходишь, подключаешься, это очень удобно. Ставьте под своими полезными и интересными публикациями в соцсетях хэштеги «Весь город онлайн» и «Весь Хабаровск онлайн». Лучших участников ждут подарки. Яна Коробицына, Евгений Власов. Смотри Хабаровск. В качестве подарков организатор обещает сувениры с хабаровскими принтами. Их разработали местные дизайнеры специально для фестиваля. Это экосумки, стаканы, толстовки, футболки, термосы и многое-многое другое.